Добрый вечер всем, кто подключается. И можно в чате написать, в чате звездочки, из каких вы городов, мест будете сегодня светить. Можно включить микрофончик, сказать, с каких вы мест, чтобы понимать, насколько мы с вами светим, какой объем мы охватываем. Кто не боится включить микрофон, можно включить микрофон и сказать, откуда он светит. Я из города Суми, Украина. Кто откуда еще? Добрый вечер, город Киев. Добрый вечер, город Киев, супер. Добрый вечер, город Курган. Супер, отлично. Вижу, Мелитополь у нас здесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Ростовская область, Семикаракорск. Отлично. Расширяемся. Так, ну если больше никто не хочет признаваться, значит будем светить дальше. И сегодня у нас с вами большая звездочка. Закрываем наши чудесные глазки, ставим наши стопы на пол, и начинаем медленно, спокойно дышать. Медленный глубокий вдох и спокойный выдох. Медленный глубокий вдох носом и спокойный выдох через рот. С каждым выдохом расслабляем свое тело. Убираем лишние мысли, напряжение. И представляем, что мы стоим босыми ногами на сырой матушке земле. И встречаем самый красивый рассвет, который вы только помните в своей жизни. Медленный глубокий вдох и спокойный выдох. Вспомните все те ощущения, когда вы видели этот рассвет. Когда первые лучи солнышка касались вашего тела. Когда первые лучи солнышка касались ваших глаз. Вспомните и запечатлейте это для себя. И сейчас делаем глубокий вдох, выдох и погружаемся из головы в свой сердечный центр. И задайте себе вопрос: кто я? Что я сейчас делаю? Что я сейчас чувствую? И разрешите всем этим чувствам проявляться у вас. Запомните это состояние. И сейчас прямо из сердечного центра проговариваем слова. Я обращаюсь ко всей Вселенной. И на каждом моем духе спереди я принимаю на свое физическое тело свет, удачу, успех, благополучие, радость, развитие, изобилие, материальный достаток, хороший вкус, целеустремленность, понимание, чего я хочу и как к этому прийти, новые интересные идеи и люди, быстрое решение моих вопросов самым наилучшим образом для меня и всего окружающего пространства, искренность и доверие миру.
Прям чувствуйте, какая это энергия, которую вы просите у Вселенной. Как она встраивается в ваше пространство. Как вы ее чувствуете. Делаем вдох, выдох. И на каждом выдохе через свое сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю Вселенной за все, что я имею сейчас. И ощущайте, что происходит в вашем пространстве. С каждым вдохом, выдохом, как перед вами раскрывается пространство, наполняется светом, и все энергии, которые вы просите, встраиваются в ваше тело, а на выдохе вокруг вас начинает образовываться сфера из божественного света и божественной, безусловной любви. На каждом моем вдохе справа я принимаю на свое физическое тело гармонию, мудрость, яснознание, яснопонимание, яснослышание, ясночувствование. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю. И вдыхаем справа все эти энергии, которые просим у Вселенной. И представьте, что рядом с вами справа стоит мама, а рядом с мамой стоит папа. И все эти энергии, проходя через ваших родителей, усиливаются во много раз. И вы получаете вместе с этими энергиями любовь папы, любовь мамы. И чувствуете их поддержку. А на выдохе взамен посылайте как можно больше любви из своего сердца и свое благодарю своим родителям и Вселенной за все, что вы имеете сейчас. Делаем несколько вдохов и выдохов и наблюдайте, как вокруг вас выстраивается сфера, которая увеличивается с каждым вдохом и выдохом. Сфера из безусловной любви, божественной, безусловной любви Творца, божественного света. На каждом моем вдохе сзади я принимаю бесстрашие, смелость, уверенность в себе, отвагу, убедительность, везучесть, честность, правдивость, целостность, справедливость, аккуратность, чувство защищенности и опоры, способность различать истину от лжи, осознание себя вольным и свободным. И делаем несколько глубоких вдохов и выдохов справа. Пусть все эти энергии встраиваются в ваше пространство. А на выдохе через сердце посылаем во Вселенную божественный свет любви своего сердца. И свое благодарю. И чувствуйте каждую энергию, которая встраивается в вас. А взамен посылайте как можно больше любви, и наблюдайте, как вокруг вас увеличивается ваша сфера. Почувствуйте, как за вашим левым плечом выстраивается род мамы, за вашим правым плечом выстраивается род папы. И с каждым вашим вдохом и выдохом ваша связь с родовой системой увеличивается. И вы наполняетесь энергиями, которые просите у Вселенной, и энергиями вашей родовой системы ровно настолько, насколько вы готовы к этому. Вы можете взять ровно столько,
насколько вы способны на данный момент. И наблюдайте за тем, что происходит у вас внутри и вокруг вас. На каждом моем вдохе слева я принимаю любовь к себе, радость, счастье, веру в себя, надежду, преданность, нежность, доброту, хороший вкус, целеустремленность, теплоту, заботу, милосердие, умение чувствовать и выражать свои чувства, понимание того, чего я хочу и как к этому прийти самым наилучшим образом для меня и окружающего пространства. Принятие людей такими, какие они есть. Принятие себя таким или такой, какой я есть. И на каждом выдохе через сердце посылаю свет любви своего сердца и свое благодарю Вселенной за все, что я имею сейчас. И делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдыхаем все те энергии, которые просим у Вселенной, и взамен посылаем божественный свет любви вашего сердца. И наблюдайте, как вокруг вас выстраивается защитная сфера из божественной любви, из божественного света. Как на каждом вдохе и выдохе вы наполняетесь любовью и родовой системой. И сейчас представьте, как у вас справа и сзади входит родовая энергия и все те энергии, что вы хотите. И на выдохе вы их выдыхаете вперед и влево своим потомкам. И почувствуйте, как через вас бурным, легким, красивым, мощным потоком течет энергия, энергия рода и наполняет вас, ваше пространство вокруг вас и передается вашим потомкам. Делайте еще раз глубокий вдох, выдох, осознайте это все. И сейчас проговариваем следующее. На каждом моем вдохе сверху я принимаю божественную энергию любви, божественное знание, божественное творчество, поддержку Бога, Творца, Всевышнего, Вселенной. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную божественный свет любви своего сердца и свое благодарю за все, что у меня есть. И почувствуйте, как сверху, мягким, нежным потоком, светящимся, серебристым, золотистым, течет энергия, наполняет каждую клеточку вашего тела, очищая ее от негативных энергий, зажимов, блоков, наполняя каждую клеточку своим светом. И как через стопы ваша энергия поступает, протекает к Матушке-Земле. Вы проводник божественных энергий. Почувствуйте, как эта энергия идет легко, не задерживаясь в вас. И Матушка-Земля получает от вас вашу любовь и любовь Творца. А взамен как можно больше пошлите энергии своего сердца и свое благодарю Вселенной и Творцу за все, что имею сейчас. И почувствуйте, как вокруг вас выстраивается еще большая сфера. Еще мощнее вы в полной защите. В защите божественных энергий, в защите божественного света и в энергиях рода. И сейчас проговариваем, на каждом моем вдохе снизу я принимаю могучую энергию Земли,
могучее здоровье, умение слушать и слышать, смекалку, невероятную помощь предков. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю. И представьте, как через стопы вы вдыхаете энергию земли, наполняете все свое тело и через макушку передаете эту энергию Творцу. Вы соединены с Творцом, с землей, вы проводник. И вокруг вас выстраивается сфера из божественной любви Творца, Всевышнего, Вселенной, божественного света. И вы в полной защите. Вы в свете, вы в божественной любви. Вы и есть этот свет. Вы и есть эта любовь. Почувствуйте, как внутри вас, прямо в солнечном сплетении, сияет девятиконечная звезда. Это искорка, которая связана с Творцом. И сейчас делаем вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдыхаем все энергии, что попросили у Вселенной. И выдыхаем взамен божественный свет любви и своего сердца. И вы окутаны замечательным шаром божественного света. Ощутите себя в центре этого шара. Вы и есть эта любовь. Осознайте это. И проговариваем. Я есть свет и любовь. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Я наполняюсь радостью и удачей. В моей жизни все в норме, в меру и вовремя. Я люблю жизнь, жизнь любит меня. Вселенная ко мне благосклонна. Я люблю людей. Люди отвечают мне тем же. Я живу в потоке живого времени. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Понаслаждайтесь этим состоянием. И сейчас перенесите свое внимание в центр груди. Ваше солнечное сплетение, ваше сердечное пространство. И задайте себе вопрос, как я сейчас себя чувствую? Кто я? И мы с вами возвращаемся туда, где начинали свою практику. Там, где мы встречали с вами рассвет. Вернитесь туда, осознайте себя в этой точке. Сделайте вдох, выдох и открывайте глаза. Благодарю вас всех за участие. Нас стало намного больше, чем было в начале. И это очень классно, потому что каждый из нас усиливает друг друга в 10 раз. И чем больше мы делаем эту практику, тем легче всему человечеству и Матушке Земле. Буду благодарна за все ваши комментарии, за обратную связь. Если есть вопросы, можно включить микрофончик, задать вопросы. Вопрос. Здравствуйте. Вопрос. Добрый вечер. Добрый. Просто хотела поделиться итогом практики.
Ну, первый итог — это до сих пор горят ступни. Не знаю, почему раньше такого не было. Ну, естественно, левая больше, правая меньше. Это у меня стандарт, работаю в этом направлении. Да, вот. И в конце почему-то, когда я спросила, кто я, пришел ангел света. Ну, я не знаю, я не готова себя чувствовать ангелом. Ну, неожиданно. Не знаю. Принимайте, Принимаю. принимайте. Все, тогда принимаю. Просто так неожиданно. Почему же? Вы и есть ангел. Вот Принимайте. как-то так принимаю. И благодарю, благодарю, благодарю. Стопа — это хорошо, значит, у вас чувствительность растет для принятия энергии. Это чудесно. Танечка, я за вас очень рада. Благодарю. Хорошо. Всем хорошего вечера. И приглашаю вас в следующий вторник на практику «Звездочка». В следующий вторник она будет в 5 часов. Потому что в 6 часов у нас закрытый клуб. И у нас там другие крутые практики. Кому интересно узнать о закрытом клубе, можно задать вопросы или получить ответы. И вся информация будет под этим видео. Всем пока!